поздравить с юбилейной датой духовой оркестр филармонии Акимата города Астаны пришли их коллеги-музыканты и поклонники их творчества. Кого из русских художников современники называли царем леса? Подробности в сюжете. Чем же будут удивлять приезжие гости петропавловцев? Давайте узнаем вместе с нами. В Астане прошла премьера второго сезона телеэпопеи «Акылдың-кілті Омар-Дастан». Мы находимся на репетиции концерта, посвященного 15-летию создания духового оркестра филармонии Акимата города Астаны. Сегодня вечером коллектив открывает свой новый сезон в программе произведения европейских и казахстанских композиторов. Этим вечером в Астане впервые прозвучали произведения «Гранде фарфара» венесуэльского композитора Жан-Карло де Дона, переложение венгерской рапсодии номер 2 Ференца Листа. Также оркестр представил творение американского композитора Роберта Смита «Самбо». То, что он играет, это... Духовой оркестр – это наше время. Раньше мы на танцы ходили под духовой оркестр. Очень хорошо играют. Поздравить коллектив с юбилейной датой и принять участие в концерте пришли заслуженные деятели. Дирижер президентского оркестра Теляк Ергалиев, начальник военно-оркестровой службы Асхат Мухамедьяров, главный военный дирижер Министерства обороны Тимур Жертыбаев. Со сцены звучала особая, насыщенная программа. Сегодняшнее произведение – это произведение, написанное нашими казахстанскими композиторами. Неспекаев Айтула написал слова, а музыку написал Ахмедия Исмухан. Композиция называется «Отаным». Это как бы визитная карточка президентского духового оркестра. В репертуаре коллектива более 500 произведений различных жанров – от классики и джаза до народных песен и кюев. Одной из главных задач оркестра – пропаганда музыки Казахстана, в том числе участие в национальном проекте «Тысяча кюев казахского народа». На следующий год мы с января, с февраля месяца уже начинаем подготовку к концертным программам, которые прозвучат на Экспо-2017. Мы составили более 24 программ. Коллектив работает в 10 тематических проектах – парад солистов, музыка кино, музыка Вены, парад дирижеров, парад оркестра. Исполняет как оригинальные сочинения, так и переложения для оркестра. В следующий раз духовой оркестр филармонии Акимата города Астаны порадует публику своим выступлением в ноябре в рамках фестиваля «Шабыт». Айнара Байгрунова, Астана, Кульпоход. Сосновый бор у Лигова, утро в сосновом бору Ивана Ивановича Шишкина современники не зря называли царем соснового леса. Именно так царь леса и называется выставка его работ, открывшаяся в музее Костеева. Это «Культпоход». Здравствуйте. Иван Шишкин известен в первую очередь своими потрясающими лесными пейзажами, один из которых, как ни забавно, оказался увековечен благодаря конфетке. Это то самое утро в сосновом бору с медвежатами, которые резвятся на поваленной сосне. Все картины, представленные на данной выставке, предоставлены фондом музея. На выставке представлено 15 произведений искусства, которые ранее никогда вместе не экспонировались. Хотя графические работы Шишкина известны зрителю куда меньше, чем его живопись, как график он работал в течение всей жизни. Техника афорта и вовсе была одной из его любимых. И теперь мы имеем возможность полюбоваться афортами мастера в подлинниках. Даже если раньше ваши знания о творчестве великого русского художника ограничивались оберткой любимой с детства шоколадной конфеты, сейчас у вас есть возможность этот пробел восполнить. Алевтина Мадьярова, «Культпоход», Алматы. Петропавловск с гастролями приехал Акмолинский областной русский драматический театр из Кокшетау. Для зрителей труппа привезла несколько спектаклей. Только вот что это за постановки? Зал переполнен. Восторженные перешептывания школьников, рассадка по местам и ожидание начала спектакля. Сегодня для своих юных зрителей актеры Акмолинского областного русского драматического театра приготовили постановку «Паночка». Мистическая драма поставлена режиссером Ольгой Луцевой по одноименной пьесе Нины Садур. Не пожалел ни воли, ни души, потому как все папы и дети Доев-то, кто правит. Спектаклю всего 8 месяцев, но он даже не напоминает собой гоголевское произведение «Вий». Как обычно считается, при постановке таких пьес всегда темная сила начинает шутить. Но, как поделились актеры, никаких мистических проблем не было. Ничего не ломалось, а потусторонне себя никак не проявляло. Только за одну сцену все-таки боялись. Полет ведьмы, перерастающий в любовь. Очень было страшно, конечно, сама сцена на стогу, когда у нас идет любовь, сам полет вот этот, потому что площадка небольшая там, ну, само собой, страшновато было.
И вот философ из веселого парня превращается в седого полуживого старика. Между сценами он иногда оживает, даже подумывает жениться на Хвейске, пляшет с казаками, пьет горилку. Роль Хамы исполняет Андрей Владимиров. По его словам, если бывает, что актер и находит что-то общее со своим персонажем, то в данном случае сходство минимальное. Он такой все-таки раздолбайчик, можно так сказать. Но он более веселый. В смысле, я не скажу, что я грустный парень. Я тоже веселый, но он более такой без рамок ограничения. То есть, если его несет, то его несет. Если он начинает врать, то он врет по полной, без остановки. Выходит, у каждого своя судьба. И не побоюсь. Финал схож с гоголевским. Паночка, которая на протяжении всего спектакля молчала, вдруг заговорила о любви, бродила по периметру круга, в котором был заключен Хама, и просила его взглянуть на него. Философ обещал себе не смотреть, но поддался. Чары Паночки оказались сильнее, и влюбленный человек шагнул вслед за ведьмой. Все-таки мы ставили не про монстров, мы ставили про девушку, которая ищет любовь. Она хочет любви. Просто, вот так случилось. Она живет именно в этой местности, где она не может найти такую любовь. Елена Тавгень, она же Паночка, рассказала, что если одни актрисы мечтают сыграть Джульетту, то ее мечта была сыграть как раз ту самую ведьму. Она хоть и ведьма, но она влюбленная женщина, она за любовью гонится. И такого у нас не было. Чтобы гроб, у нас сами видели, да, что самого гроба нет. У нас телега, она символизирует все. Дарья Пешкова, «Культпоход», Петропавловск. Предпоказ второго сезона телеэпопеи «Акылдын кілті Умырдастан» прошел в одном из столичных кинотеатров. Например, собрались десятки общественных, культурных, политических деятелей, представители прессы и известные блогеры. Успех первого сезона телеэпопеи среди зрителей вдохновил создателей проекта на съемку продолжения сериала. Второй сезон, как и предыдущий, имеет оригинальную подачу. Зрителям предстоит увидеть две параллельные сюжетные линии, повествующие о событиях, проходящих в разных столетиях. Однако, несмотря на временной разрыв между этими жизненными историями, все же есть связь. Главными объектами исследования авторов здесь выступают человеческие отношения с их ценностями и приоритетами. Поменялись ли ценности в жизни за определенное время? Может, когда-то была честь достоинства в цене, а сейчас нет? Что меняется, человек или время? Мне кажется, время, да? А людям, мне кажется, остается. На фоне индийских сериалов и корейских мыльных опер, которыми пестрит современное отечественное телевидение, казахстанские проекты заслуживают отдельного внимания. Телеэпопея «Акылдын кілті Умырдастан» не только повествует о событиях из истории нашей страны, но и несет в себе глубокий смысл. Абай атамыздың қара сөздері қанша уақыт өтсе де дәл. Телеэпопея основана на философии слов назидания великого Абая, которые не потеряют своей актуальности никогда. Мудрость наших предков, призывавших к единству, сплоченности и уважению друг к другу, прекрасно отображена в этом сериале. Мы надеемся, что проект найдет широкий отклик среди зрителей и станет примером для подрастающего поколения. Ценность дружбы и взаимного уважения отразились не только на рабочих кадрах. Съемки телеэпопеи проходили в сельской местности, где съемочной группе часто приходилось прибегать к помощи местных жителей. В результате своим гостеприимством и поддержкой сельчане также внесли свою лепту в создание сериала. Съемочные дни проходили довольно интересно и насыщенно. Мы успели подружиться с местными жителями. Им было интересно наблюдать за нами, более того, они охотно помогали нам во всем. Давали своих лошадей и участвовали в массовках. Мы очень благодарны им за это. А более широкий круг зрителей сможет начать просмотр сериала уже завтра. Телеэпопея будет транслироваться по будням в 19:40 на телеканале «Хабар». Махит Гельмула, программа «Культпоход», Астана.